Слышно меня? Слышно. Кажется, что слышишь. Послезавтра наступает день осеннего равноденствия, 23 сентября. Это день рождения гениального Джона Колтрейна. Он родился в 26-м году, 23 сентября. Осеннее равноденствие и Иквинокс. Многие из вас знают знаменитый блюз Джона Колтрейна и Иквинокс. 26 мая здесь, на этой сцене, был концерт памяти Джона Колтрейна. Возможно, некоторые из вас были на этом концерте. И сегодняшний концерт, это можно считать продолжением вот концерта 26 мая. Он посвящен памяти этого гениального американского музыканта. Концерт называется «Джон Колтрейн. Годы сегодняшний концерт. Годы на импульсе». Почему так называется? В 61 году, поиграв 5 лет в квинтете Майлса Дэвиса, Колтрейн организовал свой собственный, так называемый, классический квартет. Он заключил контракт с фирмой «Импульс», которая возникла совсем недавно, за полгода до того, как он заключил с ней контракт. Это была ведущая фирма, которая писала самый такой современный джаз, который лозунг был на всех пластинках этой фирмы, я думаю, New Wave in Jazz. И Колтрейн стал лидером этой фирмы, он записал на ней много великолепных альбомов 61 по 67 год он там работал с этой фирмой, вплоть до своей смерти. И вот сегодня вы услышите композиции Джона Колтрейна в интерпретации наших замечательных музыкантов, записанные на некоторых альбомах и выпущенных на этой фирме. Итак, первая композиция. Я приглашаю музыкантов. Она называется «Afro Blues». Эта композиция написана не Колтрейном, она написана барабанщиком кубинским Монго Санта-Марией. Колтрейн очень любил эту тему, это очень красивая тема. И сегодня вы ее исполните, вы услышите в исполнении наших музыкантов. Я приглашаю музыкантов на сцену. Хочу представить музыкантов. Юрий Еремчук, тенор-саксофон. Антон Котиков, тенор-саксофон. Сергей Храмцевич, баритон-саксофон. Алексей Наджаров, фортепиано. Вадим Провилов, контрабас. Олег Леданов, барабан. Ивсен, барабан. Анатолий Берлин, африканский барабан. Композиция «Афро-блюз». Thank you.
Thank you.
Санта-Мария. Сейчас сцена меняется, выходят новые музыканты. Сейчас вы услышите одну из наиболее проникновенных баллад Джона Колтрейна, которая называется «Thelonious Lament». Исполняет Алексей Круглов. Алексей Наджаров, Алексей Круглов, альт-саксофон, я забыл барабан, и Олег Юданов, барабан, Лонис Лемен, композиция с величайшего альбома Джона Колтрейна «Crescent».
интерпретации. Ну и для всех, наверное, окружающих. Я, кстати, забыл сказать, что барабанщик, я забыл сказать, это Аившин, который в этом исполнении, часто два барабанщика, а я передам, что это было. А сейчас вопрос такой. Юрий Еремчук. И Петр Ившин, они исполнят известную композицию Колтрейна «Impressions».
Thank you.
Оксана Степкова, автор. Мечтина. Сейчас вы услышите пьесу Алтрейна «Индия». Это завершающая пьеса первого отделения нашего концерта. В ее исполнении участвуют все музыканты, которые принимают сегодня участие в концерте. И недавно приехал замечательный литовский саксофонист Юнас Мацкунас, который тоже примет участие в исполнении этой композиции. Итак, я приглашаю музыкантов на сцену. Присоединяются два наших московских музыканта, которые не играли в предыдущих вещах, я их назову по этому отделу. Алексей Чичилин, гитара. Константин Сухан, труба. Итак, Индия. Джон Колтрейн, композиция «Индия». Thank you.
разделение на этом заканчивается, сейчас будет небольшой перерыв. Вот Алексей Круглов меня все время учит жизни и говорит, надо народ представить. А я как раз хотел это только сделать, но он меня опередил, он очень шустрый вообще, очень энергичный, творческий человек. Итак, я хочу представить по порядку Алексей Наджаров, не Круглов, Алексей Чичилин, гитара. Константин Сухан, труба. Сергей Францевич, баритон. Все знающий Алексей Круглов, куратор. Главный террорист, не поставить. Юрий Еремчук, сервисный. Людас Мацкунас, наш гость из Литвы. Не дает слова сказать. Наш гость из Литвы, Людас Мацкунас, который играл сегодня для нас на сопрано. Антон Котиков, тенор. Запустил Оксану Сушкову, арфа. Из оркестра Большого театра и оркестра Вишневской, как называется, музыкальный. Центр оперного пения Галины Вишневской, Оксаны Сушковой. Вадим Провилов, контрабас. Олег Юданов, барабаны. Патрик Ильчин, барабаны. Африканские. Итак, небольшой перерыв. Второе деление минут через 15-20. Спасибо. Перед тем, как мы разойдемся пить чай, я хотел бы вас всех позвать сюда в четверг. Будет грандиозная презентация нашего совместного альбома с легендарным Владимиром Тарасовым. Мы будем исполнять музыку Владимира для нашего оркестра «Круглый бэнд». Так что приходите. Также будут солисты, которые здесь играли, участвовать в этом проекте, Ликс Маскумас и сам Владимир Тарасов. Так что обязательно приходите в четверг, будем вместе с вами наслаждаться вами. И Костя говорит, что там можно купить диски, да, и в том числе диски. И я приглашаю всех вас в пятницу в музей рабочей колхозницы. Там будет проходить концерт New Meditative Music Ensemble. Это будет академическая музыка, в основном минималистического толка. Будет исполняться Арво Пярт, Джон Кейдж, может быть, Филипп Глаз. Приходите, это... Композиция. Таким странным названием. Агунда. Такая мистическая композиция маленькая, с корнями. Африки. Ну, я не буду долго рассказывать, сейчас вы услышите эту музыку. Это композиция с последнего альбома «Калтрейна», «Экспрессион» называется. Итак, композиция «Агунда». Я приглашаю на сцену музыкантов. Юрий Еремчук. Бас-кларнет. Олег Юданов, барабаны. Петр Ившин, барабаны. И Вадим Провилов, извините. Вадим Провилов, контрабас. Агунда, Джон Петр.
Извините, пожалуйста, мы хотели изменить, все, сейчас будет композиция «Алле». Разбежались.
такой сбой небольшой произошел. Мы заранее наметили исполнять композицию «Але», но потом вот Алексей Круглов тут вмешался и говорит, давайте вот диалог сначала. В общем, как обычно, сбил меня с толку. Итак, все собрались. Все собрались, почти все, да. Композиция Колтрейна «Оле» с одноименного альбома «Оле». Thank you.
Джон Колтрейн, Оливер. Сейчас вы услышите композицию Джона Колтрейна, которую я уже объявил не вовремя, которая называется «Dear Lord», «Дорогой Господь». Олег Грымов. Алексей Наджаров. Вадим Провилов и Петр Ищен. Dear Lord, Джон Колтрейн.
Олег Крымов, флейта. Алексей Наджаров, фортепиано. Владимир Паравилов, контрабас. Федор Ипшин, барабаны. Диа Лорд, дорогой Господь. И теперь завершающая композиция сегодняшнего вечера, которая называется «Африка». Все музыканты выходят на сцену. Thank you.
Мы услышали завершающую композицию «Африка». Тома Калтрейна на первый импульс «Африка Брас». Я благодарен замечательным музыкантам, которые приняли участие в этом концерте, посвященном памяти великого гения Джона Калтрейна. Я забыл упомянуть, что впервые в России была издана книга о Джоне Калтрейне, хотя о нем написано много книг, изданных в основном в Америке, естественно, и в Европе. А в России была впервые издана его книга, издала эту книгу издатель, замечательный издатель Артур Хонка. Она написала ее профессор Ратклиффского университета Луис Портер. Называется она «Джон Калтрейн. Жизнь и музыка». И вот сегодня музыканты, наши замечательные музыканты, это наша элита вообще джазовая, они исполнили музыку Калтрейна в своей интерпретации и показали высокий класс очень, я считаю. Я с удовольствием хочу перечислить всех музыкантов, которые принимали участие в этом концерте. 14 человек всего. Алексей Наджар, фортепиано. Алексей Чичирин, гитара. Сергей Францевич, баритон саксофон. Алексей Круглов, неугомонный куратор многих концертов, посвященных памяти Джона Калтрейна. Мы с Алексеем Кругловым устроили, штук 10, а может 15 концертов, посвященных памяти Джона Калтрейна на протяжении последних 5, Леша, или там 4 лет. Конечно, я все время веду себя как не джентльмен, надо с женщины начинать. Оксана Сушкова, арфа. Где она? Оксана. Оксана впервые играла с корифеями нашего джаза. Второй раз. Был в соборе концерт, где она играла тоже музыку Калтрейна. Оксана вообще, она классическая, она играет в Большом театре, вот в центре Галины Вишневской. И вот она с нашими джазменами сегодня. Дальше, кто у нас? Вадим Провилов, контрабас. Костя Суслан, труба. Юра Еремчук, бас, кларнет, тенор, саксофон, флейта. Олег Грымов, флейта, тенор, саксофон. Олег Юданов, барабаны. Петр Ившин, барабаны. Анатолий Берлин, барабан. Людас Мацкунас, наш гость из Литвы, саксофонист замечательный. По-моему, я назвал всех. Антон Котикова забыл, старого друга. Извините, пожалуйста. Вообще, я хочу вас поздравить. Я просто знаю, что вы были на уникальном концерте. Уникальном, посвященном памяти великого гения. Я думаю, что Джон Калтрейн, если бы послушал этот концерт, он бы очень все это одобрил. Спасибо большое за внимание. Вот, а я пользуюсь случаем. Хотел бы вас позвать еще раз 24 числа, в четверг, в этот четверг, на презентацию нашего альбома с Владимиром Тарасовым, и будет звучать Big Band. Приходите. А я еще раз хотел бы представить вам неугомонного организатора, переводчика и коллекционера всех записей Джона Калтрейна. Это наш любимый Михаил Сапожников. Михаил Сапожников! Профессор, доктор физмат и так далее. Спасибо, Миша, за то, что ты делаешь для всех джазменов и для всех музыки. Что вот вы любите и понимаете музыку Калтрейна. Если бы вы ее не любили, вы бы не сидели здесь сейчас. Правда? Правильно я говорю? Вер, согласны со мной? Да? Калтрейн был гений. А музыка гения, она доступна на самом деле очень немногим людям. Потому что мир так устроен, что попса, она, так сказать, волна попсы, она захватывает окружающий мир все больше и больше, а музыка, вот настоящая музыка, великий гений, она доступна немногим очень людям, можно сказать, элите. Вот и вы, вот, которые, люди, которые присутствуют здесь, вот вы к этой элите и принадлежите.
Спасибо. И у меня есть уточнение по поводу концерта, о котором я говорил уже ранее. Напоминаю, в нем участвую я, Алексей Чичилин, и пианистка Марал Якшиева. Этот концерт состоится завтра в библиотеке номер 137. Она же называется библиотекой, филиалом библиотеки Льва Толстого. Начало в 17 часов. Будет проходить выставка, то есть будет живопись. И в связи с этой живописью будет мной и Марал Якшиевой играться свободная импровизация, гитарно-фортепианная. И это будет завтра на Липецкой улице. Достаточно далеко находится, но я надеюсь, что кто-то из вас вдруг сможет туда прийти. И я напоминаю, 25 числа, в ближайшую пятницу, будет концерт ансамбля New Meditative Music, в котором участвую я, и также участвуют исполнители на барочных инструментах, там будет виола да гамба, барочная скрипка, барочная флейта, будет академическая музыка минималистического толка, пиарт, кейдж, глаз, и, может быть, еще кто-то из подобных композиторов будет на мейнстоуне. Спасибо.